Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – как войти в приложение Совкомбанка «Халва» на телефоне. Когда вы установили данное приложение, вы можете войти в него. Для этого вам понадобится номер банковской карты, либо же номер телефона, к которому привязана банковская карта. Приложение выглядит вот таким образом. Нажимаем на данное приложение. И попадаем на вот такую страницу, в которой написано «Войти в мобильный банк», либо же «Оформить карту Халва», либо «Оформить денежный кредит», либо «Оформить вклад». Нам нужно войти в мобильный банк. Нажимаем «Войти в мобильный банк». Далее у нас есть выбор «Войти в банк», авторизация по номеру телефона или же логину, регистрация для клиентов Совкомбанка по номеру карты, либо же номеру договора или телефону. И регистрация по номеру карты или телефона – это для регистрации для клиентов банка «Восточный». Мы нажимаем «Войти в банк». Теперь нам нужно ввести номер телефона или логин и ввести пароль. Для этого вводим номер телефона, который был привязан к банковской карте. И, соответственно, здесь нужно будет ввести пароль. Если вы знаете, какой у вас пароль, то вы можете сразу его ввести. Если нет, внизу есть надпись «Забыл ли пароль?». Когда мы на нее нажимаем, у нас есть восстановление пароля, то есть пройти регистрацию. Для этого нужно ввести здесь номер банковской карты, а либо же внизу есть вкладка «Регистрация по номеру договора». Номер карты можно ввести вручную, можно отсканировать. Но если у вас цифры уже подстерлись, то лучше, конечно, ввести вручную. Ввели номер карты банковской, нажимаем «Далее». Сейчас на номер телефона, который привязан к данной банковской карте, поступит смс-сообщение с кодом. Его нужно будет ввести в данные окошки. Для авторизации используйте номер телефона, который вы ввели ранее. Нажимаем «Далее». А теперь нужно придумать пароль. Пароль нужно придумать минимум 9 символов, английские маленькие буквы и большие, и наличие цифр должно быть. Также можно нажать «Генерировать», то есть приложение само придумает вам пароль. Нет, вы можете ввести тот, который вы запомните. И нажимаете «Далее». Теперь нужно еще раз пароль подтвердить и придумать код доступа для входа в приложение. То есть это 4 цифры, которые вы будете каждый раз вводить для короткого входа, чтобы каждый раз не вводить номер телефона и не вводить пароль, который вы придумали до этого, а просто вводите 4 цифры. И еще раз вводите 4 цифры для подтверждения. Также, если на вашем устройстве есть Face ID, либо сканер отпечатка пальца, вы также можете согласиться на использование данной услуги. И после этого вы попадаете на основную страницу вашего приложения, вашего мобильного банка, карты Халва. И уже здесь можете использовать весь функционал вашей банковской карты, просмотреть баланс, там, да, выбираете город, в котором вы проживаете. Для того, чтобы если вы будете совершать покупки, вам было проще, чтобы вам было наглядно видно, в каких магазинах у вас есть возможность расплачиваться банковской картой. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч, пока-пока!